Здравствуйте, уважаемые подписчики! Я сейчас вам расскажу про такую обувь, называется, я их называю кроксы. Вот такие сейчас пластиковые, удобные сандалии стали делать. Вот здесь, видите, такая лямочка, видите, такая мягенькая. Она держит вам пятку, очень удобно. Так, ну подушку, наверное, из какого-нибудь полиуретана сделана, я не знаю, кто делает их. Делает их... наверное, Китай. Называется эта вещь «Пантолеты мужские». Размер я взял 42-й, потому что у меня 42-й серийный номер даже есть. Даже есть QR-код. Не знаю, куда он отправляет. Что здесь написано? Здесь написано «Инструкция по хранению, уходу и эксплуатации обуви из этиленвинилацетата». Обувь из этиленвинилацетата предназначена для защиты ног от воды, температура режима плюс 40 до минус 60. Может их носить. Это режим хранения плюс 25 минус 60. То есть хранить плюс 40 нельзя. Для хранения обуви прямых лучей, для использования исключить воздействие масел, щелочей, кислот, после использования все тщательно очистить, вымыть, использовать его современную вкладочку, конденсат внутри. Гарантийный срок 30 дней. Пока-пока.